Алексей Шипилов сегодня работал в Тюмени. Первый заместитель губернатора Югры встретился с депутатами Тюменской областной думы, которые представляют интересы жителей округа в этом ЗАГС-собрании. Алексей Шипилов обсудил с народными избранниками планы и задачи на ближайшее время. После рабочего совещания этот же состав отправился возложить цветы к памятному камню, который установлен на территории аллеи ветеранов Югры. Отмечу, в Тюмени 3 года назад активные югорчане высадили яблони и рябины. Всего 70 молодых деревьев. Эту зеленую зону югорским труженикам тыла. Надо действительно вводить такие мероприятия, делать их традиционными, вот, и еще и стараться развивать их, потому что у нас очень много действительно югорчан, и здесь находятся, вот, и живут уже постоянно.